Сегодня на фоне Казантипа и бурного моря хочу показать новый смартфон Prestige Multifone 5044 Duo. Это флагманский аппарат на базе 4-ядерного процессора с 1 гигабайтом оперативной памяти и 5-дюймовым дисплеем. Он также снабжен футляром-крышкой, благодаря чему экран всегда защищен, а смартфон выглядит на уровне самых дорогих моделей известных брендов. В комплекте поставки идет сам смартфон. Обратите внимание, что сразу же он идет вместе с чехлом. Кроме смартфона в комплекте идет еще и сменная задняя крышка. На тот случай, если вы не захотите использовать такой чехол, вы можете поменять эту крышку. В принципе, удобно. Для любителей, так сказать, инструкция. Micro USB кабель, наушники и зарядка. Зарядка здесь на 1 ампер. Ну, для аккумулятора на 2 ампера, в принципе, 2 ампер часа, в принципе, в самый раз. Защитный вот передний защитный чехол, который, ну, как у дорогих моделей, совмещен, он вставляется, вставлен в заднюю крышку. Крышка пластиковая, но из такого прочного пластика. Здесь, пожалуйста, логотип Prestige, как всегда. 8-мегапиксельная камера со вспышкой и отверстием микрофона. Здесь сеточка динамика. Передняя панель. Здесь у нас экран. Экран у нас HD 720 на 1280. Четырехъядерный процессор MT6589. Плотность экрана получается 320 dpi. Графический ускоритель Power VR CGX 544MP. Оперативная память 1 гигабайт. Камера 8 мегапикселей. Передняя фронтальная камера 2 мегапикселя. То есть, как видим, достаточно яркий экран. Все отрабатывается быстро, прекрасно. Внизу 3 сенсорные кнопки управления. Сверху находится динамик коммуникационный, фронтальная камера на 2 мегапикселя. И здесь находятся датчики. Сверху находится аудиоразъем, micro USB разъем. Слева двухпозиционный регулятор громкости. Внизу отверстие микрофона. Это уже второе отверстие, так как одно здесь, вот здесь есть отверстие. И на правом ребре находится кнопка питания, блокировки экрана. Заглянем внутрь, что у него внутри. Для этого его отключим. Вот здесь вот в правом нижнем углу на крышке находится щель для открывания ее. Открываем, вот она полностью сходит, но знаем, что есть в комплекте и другая крышка, обычная. Итак, здесь карты, две сим-карты и карта памяти. Горячей замены нету. Аккумулятор достаточно мощный, на 2000 мАч. Вот,
собственно говоря, вот так вот они здесь вставляются, ну, как обычно. Такое симметричное расположение, карта памяти тоже достается легко, доставится. Вот, дальше соберем эту конструкцию. Пластик такой мнущийся, ну, в принципе, нормальный. Все, закрыли. Никаких скрипов, ничего нет. В принципе, все защищено и прекрасно. Смартфон демонстрирует высокую производительность, особенно это касается теста AnTuTu. На нем, естественно, запускаются высокопроизводительные игры. Камера смартфона снимает в формате Full HD 1920 на 1080. Дальше предлагаю полюбоваться морскими видами, снятыми камерой смартфона Prestige Multifone 5044 Duo. В общем, Prestige Multifone 5044 Duo весьма пристойный аппарат, который стоит всего лишь $300. И если вы сравните его с другими моделями, то почувствуйте разницу. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, комментарии.